Здорово, парни. Пришел с работы. Решил поиграть, чтобы отдохнуть от работы. И вот какая новость. Завершился сезон. Я получил 350 голды. Окей. И сейчас будет испытание. Нет, не будем сейчас воевать. Сейчас мы будем получать спектра. Ну, мы его не получим, это я уже знаю. Просто давайте посмотрим, насколько расщедрились пиксоники. Так, тут у нас что есть? Зарубасу покупаете, да? Так, если на русские деньги это умножить на 3, 2000 стоит, да, примерно, экзодус? Угу. Ну, это, в принципе, ничего не нужно. Так, это будет повторяться. Здесь что у нас? Победи 5 раз стычка, попав в топ-3 ежедневные маяки на среднем роботе. Среднем. Ну и давайте посмотрим, что мы тут на спектре получим. Выпьем кофейку. Для бодрячка. В принципе, если очень повезет, конечно, можно спектра выиграть. Так, это 5 плюс 3 это 8 500. И как раз если вот два вот этих попадутся по 5 и по 3, то как раз у меня спектры будет. Но это уже, конечно же, очень маловероятно. Нет, это не круто. Это тоже не круто. Уже 36 косарей. Это вообще не круто. Уже 75 косарей. Спектра мы еще ни одного не получили. Как такое может быть, а? Вон, одни спектры кругом. Сейчас мы можем выиграть 1 600 000. По-любому. Нет, нет. Вот это уже довольно неплохо. И мы только можем еще один раз крутануть. И выиграем, скорее всего, или 1 600 000, или спектра 500. Япона мама, ни хрена нам золото отвалили. И через 8 часов у нас акция-то закончится. И спектры я не получу. Еще мне нужно открыть 6 ячеек, да? А что дешевле, купить спектра или открывать его? Кто знает? 5 гривны. 2 миллиона. 180. 250. 250 умножаем на 3. Это 600. Где-то 700 рублей стоит. 180. А здесь получается умножаем на 3. 1300 на 3. 3. 4000, да? 1 миллион это 4000 стоит. Ну это выгодно получается. Или спектра покупать целиком, или 1 миллион ты хрени купить. И спектр по-любому получишь. Да. Ну сами подумайте. 1 миллион этих вот жетончиков. У меня отображается в гривнах. Я просил вас уже помочь мне, как это поменять. Ну никто не написал. Ну я сам не знаю. Но я знаю, что гривна к рублю 1 к 3. Умножаем на 3. Получается примерно 4000 стоит рублей, 1 миллион. И мы тут по-любому спектра получим за 1 миллион жетонов. Или не получим. Сейчас уже от 291. И от 1 миллиона останется всего лишь 700. Да? Хотя мы не получим ни хрена, блин. Не. За 1 миллион точно можем не случить. Не факт. Ну и бустера я не буду активировать, потому что стрим буду запускать вечером. Сейчас просто подлобимся, давайте. В рандоме.
На телефоне буду параллельно крутить рекламу. А когда играю в стрим, на телефоне я не могу крутить рекламу, потому что читаю ваши сообщения. И, кстати, пишите, интересно мне, в комментариях, что выгоднее, просто спектр купить? Не то, что я хочу покупать, просто мне по ценнику сравнить. Или купить жетон и крутить. Что в итоге получается дешевле? Так, у нас азиаты, надеюсь, не клан. Так. Три робота болгарина, два хачика и один спектр. Ну, будем как будто удержаться. Надо мне этих болгаринов урабатывать. Так, у этого зевсы на средний слот. Вот видите, он ни хрена не боится. Слабину почувствовали, потому что все роботы бегают на плазме. Вон, сдох, один идет уже. Роботов очень много на плазме. Вон, плюшку получил. Отличненько, отличненько. Ну вот он и сами думаете, что качать. Раньше нужно было качать плазму, потому что было очень много хачиков. А сейчас тулумбасы качайте, не пожалеете. Давай, все. Кто тут сверху? Наш сидит сверху. Одного слили, защищенного. Так, хачик, болгаш или спектр. Вот этого можно долбануть. Отличненько, отличненько. Сейчас он получит плюху и мне отрикошетит. Я прав? Не прав. Я бы вообще была возможность, поставил бы на болгарина тулумбасы. Так, там хачик. Хачапури. Отличненько. Это вроде бы скоржики. Ну, по-любому проиграем. У нас он пауки. Он маяк вообще не думает брать. И мне сейчас надо, получается, что делать? Сливать своего хачика на тулубасах. Брать робота другого боевого. И идти убивать. Вот что будут эти идиоты делать? Давайте посмотрим. Что будет Лео делать? А, ни хрена, он не понимает, что надо Лео захватывать. Он лезет на центр и дохнет. Вот такая тупая тактика. Лезть и дохнуть. Давайте фуру шуганем. Отличненько. Фура, скорее всего, МК-2-шная. КПшки мало, отлетает от нее. О, один есть адекватный. Но он играет на Карнейдже. Откуда такой подбор? Так. У этого ракета. Сейчас он сдохнет. Естественно. Так. Этот у нас в коржиках. Успеет, не успеет занять? Нет. Не занял маяк. Отлично. Там у нас, скорее всего, болгарин. А там вот фура. Думают, что я сейчас ей отдамся. Нет, такого не будет. Я еще болгарина заберу с собой. В могилу. И постараюсь этого покотать. Да, отлично. Было неплохо. Так, прыгающих нету. А, он есть, да? Ну, этого сейчас мы работаем. Что, он успел маяк выключить? Выключил маяк. Я ухожу, потому что сейчас будет спектр прыгать. Вот этот вот. Ну и все, наши всех убили, потому что они тупо идут на центр, как зомби, без мозга. И умирают. О, немножко попало, отлично. Давайте фуру дамажить, если она хочет умереть.
Все, проиграли. Это, извиняюсь, что... А, сейчас ни у кого нет лиги, у меня тоже лиги нет, да? А, ни у кого нет лиги, и сейчас подбор просто берется из общей массы, да? Я понял. А он уже лигу этот, получил. Ну, ясно. Ну, спасибо, пиксоники. Все продумали до мелочей. Как всегда, в принципе. Сейчас с дикими нубасами играем. Так, что насчет рекламы? Давай мне, крутись. Мне нужен спектр, твой меч. Болгарина не получил, спектра тоже не получу. Так, гонка за маяками. Давайте попробуем посмотреть, на чем противники. Вижу Кумихо одного, Хачика. Вот, нам показали. Один болгарин. Все. Вот так берем. Так, вот так, или можно было просто взять Хачика. Сдох уже. Так. Так. И кнопки перезаряд нету. Сейчас вот так вот. Поймали в прицел. Перезарядились. Мне бы, конечно, сейчас бы с Хачиком каким-нибудь подружиться. Прям как чувствовал одним местом. Ну и что будете делать, товарищи мои? А, появился, отлично. А это кто? Лансик. Отлично. Эх, блин. Отлично. Мне бы, конечно, бы ходить на пару с Хачиком. Было бы вообще просто идеально. Он бы меня немного прикрывал. Спектр. Это наша цель. Наш клиент. Даже не жалко потерять робота ради спектра. Так, робота ради спектра потеряли. Теперь возьмем тараны. Охренеть, вот зажались все нубасы. Нас отжимают справа маячок, слева маячок. Это норма, как сказала бы Елена Малышева. Давайте перезарядимся. Ну и постараемся маяк отжать. А, понятно. Давайте, он к вам повернут не щитом. Ну что вы там ждете? Во, наконец-то пошел урон. Просто ебаные нубы. Тут по-другому не скажешь. Так, огнемет перезарядим. Сейчас мы здесь разрулим ситуэйшн. Одно арканы зарядятся. Наташа, зачем ты появилась в центре? Твою мить.
Давайте, у меня прыжок есть, в принципе. Сейчас, конечно же, он появится. Отлично, выключили маяк. Рогатка на скоржиках. Ну да, неплохо, неплохо. Так, там нас прессуют. Тут опасное место. Триденты на меня целятся, видели, да? Ну ладно, ждем прыжка. Триденты опять на меня целятся. Так, 2 секунды. Сейчас будет по мне шкварить. Что-то не шкварит. Так. Мне нужно кого-то поджать прыжка. Там вот карнаж лезет. На абордаж. Карнаж на абордаж. А там пытаются маяк отжать. Ну, я думаю, это фуры в приоритете. Надо их покошмарить. Не, булка в приоритете. А то обычно у нубов там всякая плазма, они с булками не умеют справляться. Отлично. Давай, захватывай. Ну и чё? Отлично. Ну, в принципе, неплохо. Фура на тридентах очень активная. А, это парень АФК у нас. Давайте даже пока не будем его лупить, сейчас кто-то появится, его будем лупить. Вот он появился. Давайте за его союзником прятаться. Потому что за его союзником урон не проходит. Подождем прыжок, а пока можно фуру пожечь. Отлично. Да не стреляй, это моя защита! Твою медь. Жопу ему жарим. Ой, смешно. Так, тут нужна помощь, я смотрю. Помощь пришла. Ну, мы еще можем проиграть, наверное. Надо маяк срочно выключать. Ну, смотрим, как снимается щит. Отлично. Отлично снимается щит. Скорость у хатчика отличная. Без бустера, без ничего сейчас. Отлично, выиграли. Так, рекламу крутить. Тоже без лиги. Без лиги. Гешива, знакомая. Так, сейчас посмотрю, что в телефоне получу. Давай мне спектр. 5 золота получил. Причем уже раз третий. Давайте еще раз. За рекламу открываю. И полетели еще один бой. А вечером я еще 2 добью и получу лигу. Ну тоже, чемпионская лига, 350 голд. Идите своими... Так, вот это говно сразу нет. Поделитесь своими 350 золотыми. Это вообще ни о чем. Такие ценники должны быть для самых новичков. Там не знаю, какая лига самых новичков. О, нормальная. Против кого нам предстоит бороться? Дикого рандома. Дешивы там, нет? Ноби. Нобу. А, это вроде сильный клан. Мы с ними вроде воевали, да? Продули тогда, нет? Ну, много плазменных я вижу, много плазменных, поэтому беру вот такой агрегат у меня, боевой, защищенный.
далеко, блин. Хотел его пошкварить. Там хачик. Отличненько. У нас гонка, да, вроде за маяками. И они сейчас будут респаться. Да не ссы я тут с тобой, братюня. Блять, не загораживай мне дорогу. Так, спектроидную процентов 40 хпшки сняли. Мне нужно быть очень аккуратным. Вон слот бодро несется в бой. Он, не знаю, какой там противник. А я вот бодро несусь вот сюда. Там как раз он повернут не щитом ко мне. Отличненько. Просто супер. А там кто у нас прессует? Давайте этого тоже обрадуем. Отличненько. Нобу уработал с коржиками. Опять идет повернут ко мне не щитом. Видите, как классно? Фура его с одной стороны, а я с другой стороны шкварю. И он в любом случае не может... А, он закрылся все-таки. Все-таки умудрился, негодяй. Отличненько. Спектроидный несется. Сверху две арканы и два дробаша у него. Ну, извращенец, нубяра. Ну, спектроидного япона мама прицелился, упал. Повезло тебе, спектроидный. Фура дура меня уработала. Фура дура себя преотлично чувствует. Так, уработали мы у крутого робота. Давайте давить. Сгорает, сгорает Ланселот. Помощь будет? О, все. Эх, блин. Вообще просто сдох, бесплатно отдался. Так никогда не делайте. Не осилил. Отлично. Так, трех, двух или трех роботов я просто так отдал за бесплатно. Привет, чувак. Я могу за стенки пуляться. Прикинь. Твою медь, ёпперный придурок, а. Сейчас и ты тоже получишь за стенку. Отличненько. Но немножко только вошло. Кто тут будет прыгать, не будет? Говорите сразу. О, как так-то, твою медь? Специально делал, чтобы по мне не попали. И попали. Так, да, сейчас Ланселот молодец, Ланселот тащер, ебаный придурок, блядь. Похуй, он прет, ладно, не будем смотреть. Тут я сам лоханулся, много роботов в центре слил. Думал, буду нагибать, а нагибать не получилось.
потому что нагибать нужно несколькими роботами, то есть командой. Что насчет рекламы у нас? Ну-ка, что мне дадите? Опять 5 золота. Так, полчаса я бегать не хочу на роботе. Ну, а то, что я вышел из боя, или вернее, мне... А, бой еще не закончился, да? Я не могу рекламу крутануть. Ну, меня же убили, что мне сейчас сидеть ждать-то? Ну, Соники считают, что должен посидеть, подождать. Ну, неплохо. Превосходство на этой карте плохо играть. Тоже ходить надо по полчаса. Гонка за маяками. Спектроидные. Возьмем скоржики. 5 шагов до края. И где-то так летим. О, полетели. Так, гонка за маяками. Захватить центр, да, надо? Они будут сейчас лезть. Вон, лезет. Это Персей лезет. А, нет, это курица лезет. Ну, по комнату шкварю, то хачи какой-то там. Ну, понятно. А ты что летаешь? Все, я на перезарядочке. Спектр ошкварим издалека. Опять прицел пропал. Отличненько. И вот сейчас мне надо будет перезарядиться вот так вот. Два прыжка есть, но один можно потратить, второй пока оставим. Кто тут ближе всего? Вот этот вот. Вот этот там что-то там лазит. Страх потерял. Вот этот что-то страх потерял. Спектр на шоках может, в принципе, прыгнуть, меня уработает, потому что у него будет атака сверху идти. Угу. Угу. У меня там и шоки, и скоржики. All in. All inclusive. Ух ты, охренеть. Так, прошло 3 минуты боя. Хачи. Ну, теперь можем, мне кажется, давить. Гриффин киберспортсмен стреляет из-за укрытия, молодец. Знаете, это не сильно жалко. А вот шкварить мне, пожалуйста, не надо. Тарана возьмем.
Иди сюда. Так, меня хотят шпилевили сделать. Где эта дура? Не попадает? Сейчас мы по этой дуре постараемся вон оттуда подпулять. О, прошло. Она вышла. Наташка, дурашка. О. Давайте этого громотея урабатывать. Болгарин, ну ты хачик весь защитил его. Ничего не прошло. Ну и все, выйти мы с тем неплохо, заблокировали одного игрока. Можно даже просто тупо стоять, и ты приносишь пользу команде. Если кто не знает. Стояние тоже полезно. Молодец. Ну, лишь надоело ей сидеть. О, отличненько. Ну, давайте поборемся с тобой, болгарин. Так, Наташка гуляет по белу свету, страх потерявший. Ну вот так вот болгарина потихоньку урабатывается, конечно. Так, нас давят. Давайте меняем робота. Ну, на этом роботе умирать нам как бы противопоказано. Где эти ёбаные союзники, блять? В пизду, блять, никакой помощи нахуй нету. Ну давай, чё ты ждёшь, ёбаный Тиксоник, блять. Все сдохли, чё вы сейчас показываете? Все сдохли, всё, завершай. Так, давайте что-то крайнюю катку скатаем. Так, что насчет рекламы? Можно открывать. Гонка за маяками, отлично. Болгарин, хачик, 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 два болгарина. Тараны возьмем. Давайте посмотрим, кто куда идет. И мне нужно работать против Кумихо и хачиков. Раз, два. Идем, значит, вот сюда вот. У нас аж два спектра, япона, мама. Так, я сейчас выиграл 500 жетонов. Ой, я еще могу кутануть сейчас. Иду еще кутану. Давай. Так, они могут появляться уже сверху.
О, ты бы лучше по Болгарину работал. Давайте постараемся защитить спектроидного. Живой еще? Ну отлично. Да не стреляй ты, зависло у тебя. Ну, в принципе, нормально. Так. Ну, я имею в виду, в смысле, сарказм такой. 4 маяка красные, 1 синенький. Так, болгашка сейчас отправится. Царствие, какой там? Спектр, что ли? Так, иди ты в лес. Царство мертвых, как оно называется? Аида? Вообще шикардос. Шикарно. Идиоты, вот идиоты, а. А он просто психанул, вышел, что ли? Команда дебил, он думает. Я купил себе спектра на шоках, а команда дебилы не тащит. Ну, наверное, да. Команда явно дебилы. Гонка за маяками, нужно давить, 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 а ты на спектре на шоках хуйней страдаешь. Так, ну что, давайте, команда дебилов. Выходите, психуйте давайте, психуйте, выходите из игры. Команда же не тащит, вы у нас тут мега-нагибаторы ебаные. У нас уже 5 красных маяков. Заебись, блядь, ну а как же. Хули вы там за стенкой стоите, блядь, ебаные дебилы. Блять, это пиздец какой-то. Нахуй вы в эту игру играете? Играйте в Тетрис, играйте в Хардстон. Неужели, блять, одного работали только? Ну вот так, поиграли. 5 боев прошло. Ты перешел в новую лигу чемпионов. А почему я чемпион? Мы продули все катки. Кроме одной или двух. Почему? На основании чего я чемпион? Вопрос. Причем тут такие же дубасы какие-то. По 500, по 400. Понятно. В общем, я чемпион. Что насчет покрутить? Здесь что-то выскочило. Здесь что? Появилось бесплатное? Отличненько. Здесь что я получил? Это я набил с ракет. Ни хрена не круто. Золото нахрен не нужно. Так, эти обновились акции, нет? Старые, сколько? 22 часа, да? Это 19 часов. Чё, мне нужен болгарин и спектр. В принципе, мне это оружие нахрен не нужно. Никакое. Один хрен его прокачать нереально будет. Так, что у нас здесь? Здесь надо покупать, да? Все. Или очень много играть. Или крутиться за эти бесплатные, там попадается 500 жетонов. Ну я хз вообще. Ну, в общем, ни спектра, ни болгарина я не получил. Ну что, мне дали кучу сейчас голды. Сколько у меня сейчас голды стало? 7000, твою медь. Нахрен мне эти голды. Вот они, видите, они стали щедры на голду. Ну засуньте себе голду в известное место. Дайте мне робота. И они, получается, будут давать робота, как мне сказали в клане, после обновления 3.8. А вернее, до обновления 3.8 они будут скидку делать на роботов. Они сейчас с 5 июля увеличат прокачку в 3 раза цену. И скинут цену на роботов в 3 раза. Но роботов до обновления 3.8. Мне вот интересно, спектр когда появился? На него будет скидка, потому что это робот имба. Его нужно хоть 2 в одном ангаре, 2 в другом, там хоть 5 здесь поставить. Он в любом случае будет тащить. То есть робот универсальный. Его то, что как бы якобы мало хп,
Но у него скорость такая, что он от аркан убегает, не знаю, спокойненько. 65 километров носится. 55. Кто мне сказал 65? Обманули меня? 55 километров носится. Но от аркан он убегает. Ну на этом все. Вечером стрим. Счастливо.